Повод собраться школьникам в одном месте был и в Заводоуковске. Там, в оздоровительном лагере имени Гагарина, в рамках проекта «Я выбираю Тюменскую область» воспитанники провели большой флешмоб. Участвовало более 100 человек. За синхронностью ребят наблюдала Анастасия Нахрачева. Девиз этих ребят – нет ничего невозможного. Полные амбиции, наполеоновских планов юные жители Тюменской области поблагодарили регион за жаркое уходящее лето. Здесь собрались дети из самых разных городов. В этих маленьких сердцах немалую часть занимает любовь к родному краю. И выразить свои чувства они решили с помощью флешмоба. Такую песню дети выбрали не случайно. Она как гимн для воспитанников оздоровительного лагеря имени Гагарина. На репетиции ушло несколько дней. В роли хореографов выступили вожатые. Подготовили танец, разучили вожатыми и уже отдельно работали с каждым отрядом. И в целом уже собирали красивую картинку. С детьми я очень сильно люблю работать, потому что это все-таки наше будущее. И то, каким мы его хотим увидеть, так мы и воспитываем своих детей. Этот лагерь работает с 93-го года. За лето успевает отдохнуть и укрепить здоровье около 1500 детей. Для Саши Белослуцева это последняя смена. Он в этом году пойдет уже в 11 класс. Подросток посещает лагерь 9-й год подряд. На вопрос, за что он любит Тюменскую область, ответил просто. За то, что в Тюменской области есть этот лагерь. Вот. Таков будет мой ответ. Я сам как бы спортсмен и, безусловно, могу сказать, что спорт очень хорошо развивается в этой теме. Действительно, развитию детского отдыха уделяется огромное внимание. В регионе работает 651 организация. За лето в них побывали около 145 тысяч детей. С каждым годом эта цифра растет. Анастасия Нахрачева, Александр Зосимов, Роман Чинахов. Тюменское время.